Улица Крылова, дом 12. Чистый, ухоженный двор. Идеальная обстановка для спального района. В доступе все условия от спортивной и детской площадок до зеленых уголков, где так приятно насладиться теплым весенним солнцем. Картину портит только дорожное покрытие во дворе. Здесь, в буквальном смысле, яма на яме. И если на машине проехать еще можно, то вот родителям с колясками приходится сложно. Это очень достало. Вот имеем тоже машину, постоянно ездим, особенно двое маленьких детей. То есть, ну, неудобно. И на коляске кататься, и просто выйти погулять, то есть ямы, все это, конечно, неудобно. Хотелось бы новый двор, ну не то, что новый двор, а новый хотя бы асфальт, новую дорогу. Буквально за несколько минут ситуация в уютном и тихом дворике кардинально меняется. Подъезжает строительная техника и КАМАЗы с дымящимся асфальтом. Рабочие оперативно подготавливают поверхность к укладке нового покрытия. Места наиболее разрушенные будет выполнен ямочный ремонт, вот, а общая основная площадь, основание, которое хорошее, будет выполнен выравнивающий слой с последующей укладкой уже верхнего основного слоя. Работники ДРСУ «Вираж» работают слаженно и оперативно, но препятствуют припаркованные во дворе автомобили. Тяжелая техника в считанных сантиметрах разъезжается с любителями парковаться прямо на проезде. Всего в этом дворе будет заменено более 500 метров дорожного полотна. Обновится не только дворовая территория, но и подъездные пути. По расчетам специалистов на это уйдет не менее 55 тонн асфальта. Работы планируют полностью завершить в течение 2 дней.